Огурцы и помидоры нету дома? Вчера все сожрали. Вот на колбасе будем сейчас измерять. Вот сейчас сколько ударов в минуту у колбасы? Колбаса, кстати, свежая, еще живая. Микоян, столичная колбаса. Вот сколько ударов в минуту будет? Такая, я ее еще не зарезал, так что точно живая должна быть. Шестьдесят пять ударов в минуту. Так. Не надо нам второй раз мерить. Давайте давление. О, обычная колбаса. Тоже, оказывается, живая. Пока еще не зарезал. Он измеряется. Ну, 106 на 79. Ну, тоже ничего вроде как. Для колбасы пойдет.